самый важный момент. Ну, слушайте, вау! После нескольких часов сборки хочу рассказать о новом фотоконструкторе Mozabrik. Это бесконечный конструктор из ваших фотографий и изображений. Идеальное развлечение для всей семьи, которое потом всем вместе можно повесить на стену и любоваться сколько угодно. У меня набор S, есть еще набор L. Я не могу сказать, что я каждый день собираю какие-то конструкторы, но этот было особенно прикольно собрать. А если надоест, его можно спокойно поменять, сесть опять все вместе за столом и пересобрать. В комплекте 5 градаций цветов, вот эти кубики, из которых мы и будем составлять нашу пиксель-артовую фотографию. И показано, какую именно фигуру, какого цвета мы будем вставлять в пазы. И вы наверняка помните, как трудно в детстве было в этих конструкторах поменять один кирпичик на другой. В Mozabrik'е с помощью вот этого инструмента, он лежит в коробке, делается это максимально просто. Так вот берем, раз, и достаем. Очень-очень удобно. В комплекте есть все необходимое для сборки, все очень четко и понятно отсортировано. Этот фотоконструктор подойдет для любого возраста и интеллекта. Не нужно отправлять картинку какому-то дизайнеру, чтобы он перевел это в пиксельное изображение. Берем смартфон, открываем камеру, сканируем QR-код в инструкции, открываем сайт mozabrik.ru. Себя я уже, как вы поняли, собрал. Теперь, ну, что-нибудь по-семейному надо сделать. Вот как раз у моей женщины есть такая красивая фотография. Конечно, Mozabrik предлагает разные варианты сборки, это очень хорошо, чтобы вы могли выбрать вот так, вот так. Мне нравится вот этот вариант. Два пути: либо скачать и распечатать вот так, либо, если у вас нет под рукой никакого принтера, можно воспользоваться экраном мобильного телефона и собирать прямо с него интерактивно. На самом деле он еще и стоит не так дорого, как может показаться, поэтому можно либо на вечер купить, либо в подарок кому-то. Соберете сами, принесете картинку, человек порадуется, либо в запечатанной коробке, пускай сам разбирается.